Анна Привалова – молодая мама. Полгода назад она родила ребенка, но уже сейчас хочет поскорее прийти в форму. Кабинет профилактики лечебно-оздоровительного центра ей в помощь. Благодаря аппарату InBody за несколько минут у Анны сложится полная картина состояния ее организма. Смотрим, значит, количество жидкости в организме, белки, минералы и содержание жира в теле. Ну, очень необычно, волнительно даже немножко. Как бы очень интересно, важно, что здоровье посмотреть, потому что не всегда уделяем на это много времени. Такую процедуру пройдет каждая из 8 участниц маминой вселенной. Это нововведение, чтобы женщины смогли скорректировать свой рацион питания, если потребуется. Возможно, заняться активными видами спорта, тем самым открыть для себя новые возможности. Лечебно-оздоровительный центр Северского трубного завода в этом году первый раз является партнером проекта. Мы решили привлечь их, потому что красота, она не только внешняя, но и внутренняя. В первую очередь, только, наверное, здоровье и помогает нам нести этот внутренний свет и зажигает их глаза. А это уже кадры, снятые самими участницами в отделении восстановительного лечения. Здесь проходит процедура релаксации в специальных гидромассажных ваннах, наполненных пузырьками кислорода. Девочкам нравится. Пришла я принять ванны. Персонал вообще классный, девчонки здоровские, доброжелательные. Все рассказали, показали. Ванна суперская. Вот не поверите, водичка тёплая. Пузырики. По ножке, да? Такой продуктивный день показал женщинам, насколько важно заботиться о себе и своем здоровье. Для этого нужно уделить лишь чуточку времени. Остальное помогут сделать специалисты лечебно-оздоровительного центра. Так классно. Эй, вот правда, я, мне кажется, еще и не раз схожу. Прям вообще здорово. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Алексей Корепанов. Новости 11 канала.